Сегодня, 22 августа, ушел из жизни известный итальянский певец и композитор Тато Кутуни. Его не стало в возрасте 80 лет. Причина пока неизвестна, однако нужно отметить, что артист много лет боролся с онкологией. В 2007 году у Тато обнаружили рак, и он был немедленно прооперирован. В январе 2009 года, перед его концертным туром в России, болезнь вернулась. Ему пришлось пройти курс химиотерапии. После этого он все же возобновил выступление. По болезни он начал ценить каждую минуту жизни и говорил, что она настоящий подарок. Напомним, чем известен Тато Кутуни. Итальянский певец, композитор и автор песен. Он стал известен благодаря своей песне «L'Italiana», вышедшей в 1983 году. Эта песня стала хитом и завоевала популярность не только в Италии, но и за ее пределами. Кроме нее, у него было много известных песен, ставших хитами. Также Кутуни написал песни для других исполнителей, включая Эрму Раньери и Джованни Паоло Чинья. В его репертуаре также много других успешных композиций на итальянском и других языках.